Всем доброго времени суток, друзья. Я сейчас собралась высаживать свои тюльпаны. Я вам рассказывала, что взяла себе еще в магазине Action. Покажу еще раз, может кто-то не видел. Вот такие луковицы тюльпанов. 10 штук в упаковке. Размер тюльпана будет от 40 до 50 сантиметров. Вы можете видеть. И это Нидерланды. Сейчас я буду сажать их вот в такое вот стеклянное кашпо. В стеклянную такую емкость. Я думаю, вот эту штучку я не буду убирать с ней. Она будет смотреться как-то оригинально, я думаю. Ну, а на дне это будет стоять. Вот это можно отклеить при желании, можно ставить так. Посадка тюльпана в этот раз будет очень легкая, и работа будет происходить не такая прям, знаете, грязная. Потому что я буду высаживать тюльпаны без земли. То есть грунт земляной будет отсутствовать. Я помыла керамзит. Керамзит из магазина Action, который я вам говорила. Керамзит, в принципе, даже очень хороший за свою стоимость. Купила я его совсем за копейки. 2 евро 39 центов за 5 литров. Это очень дешево, друзья. Ну и также я буду высаживать свои тюльпаны в этот раз в мох. Я себе сделала выводы, посмотрела информацию в интернете, что мох очень хорошо для всех наших растений. И для комнатных, и для садовых, и для декораций, и для всего-всего, да? Вот так я укладываю мох. У меня мох с участка. Друзья, также задавались такие вопросы, обрабатываю ли я его или нет. Нет, для высадки я его не обрабатываю. Для декорации я могу его обработать. Как проводится обработка? Можете все поместить в контейнер или в пакет и пройтись инсектицидами. Налить туда, напрыскать и на какое-то время оставить, да? Самый легкий способ в обработке – это, конечно, кипяченая вода. То есть мы заливаем нашу емкость, наполненную мхом, кипятком заливаем. И этот мох стоит буквально 2-5 минут. Вся микрофлора, что там находится, все живые организмы, они просто за счет кипятка погибают. И это, я считаю, способ негуманный, друзья, поэтому... Я его не использую. Растения. Можете видеть, луковички уже прорастать начинают, что очень-очень хорошо. Вот эту вот чешую можно снять при необходимости. Видите, здесь еще вот пошло. Очень хорошо они пойдут в рост. Вот это можете чистить, можете не чистить. Это уже на ваше усмотрение. И я сейчас просто вот так их поставлю, как мне будет нравиться. Видите, они как хорошо пошли. И они будут прорастать. Чтобы вот так вот начали прорастать луковички, им вообще нужно устраивать перепад температуры, да? За счет этого у них начнет идти рост хорошо. То есть нужно положить в прохладное место, на несколько недель заранее это делать нужно. И потом также на 1-2 недели перед посадкой уже в комнатную температуру также вот луковички нужно будет оставить. И потом можно производить посадку. Я по своим луковичкам вижу, что я их могу уже прекрасно высаживать. Вы это тоже можете видеть, да? Поэтому вот я делаю так, друзья. Также мы делаем с семенами, когда мы сеем что-то, да? Перепады температуры обязательны. После того, как мои луковицы процветут, вот так, когда они в домашних условиях цветут, да, вот именно как сейчас я делаю, без грунта они будут. Чаще всего они пропадают. Чаще всего это одноразовое такое цветение, себя полюбовать, побаловать, порадовать и все. Но бывает в случае исключения, когда луковицы остаются в живом состоянии, и их можно будет прекрасно пересадить в сад, на участок, на свой садовый, на дачу.
Вот так, друзья. А укоренение происходит, именно корневая будет наращиваться в течение от 2 до 3 недель. И уже после того, в течение также 2-4 недель, уже идут в рост сами стебельки, и листики, и бутоны. И мы получаем цветение. Что потом я делаю? Я сейчас поверх, чтобы вот это зафиксировать дело, чтобы они слишком не мотылялись у меня из бока в бок, я просто добавлю керамзит. Керамзит, потому что сейчас туда еще пойдет у нас с вами вода, как вы уже поняли. И смотрите, как красиво это все будет смотреться в стеклянном кашпо. Я давно хотела себе взять именно кашпо такой формы. И вот поэтому я его приобрела. Если у вас нет керамзита, вы можете зафиксировать все это дело различными камешками, можете различными шариками. Гелевые шарики также сейчас используют очень часто и в декорации, и в посадке. Они также играют функцию, например, перлита, да, а не и керамзита. Единственное, что у них нет питательных веществ таких. И особо они плюсов таких не играют, как агроперлит, например, да? Хотя в агроперлите тоже нет питательных веществ, друзья. Ну, если сравнивать его с шариками, то, конечно, он намного лучше, чем шарики. Так вот я засыпала. Сейчас я вам поближе покажу. Смотрите. И сейчас поверх тоже мох положу, потому что так композиция будет очень выигрышно смотреться и красиво, друзья, потому что представьте, когда это все пойдет в рост, будут тюльпаны там проглядываться, стебельки. Внизу вот здесь корневая пойдет. Да, когда они будут расти, они немножко приподнимутся еще. Поэтому этот момент тоже учитывайте, если будете сажать, чтобы у вас емкости и вот это все не было прям, знаете, вот впритык. Потому что они поднимутся, и вдруг вы, если захотите даже землю добавить, например, да, при посадке вот это все учитывайте, потому что потом будет это все высыпаться, друзья. Вот так вот красиво я все укладываю, как вот я это вижу, как мне это нравится. Ничего сложного нету в посадке, ничего сложного. Не знаю, многие люди делают из этого такой прям, знаете, ритуал. Я имею в виду в плане танца с бубнами, там какие-то у них сложности возникают. Чем проще мы будем относиться к посадке растений и вообще к уходу за растениями, я вот по себе просто это заметила. Когда я переживаю, трясусь над ними, там танцы с бубнами устраиваю, то всегда какая-нибудь фигня с ними происходит, да? А когда вот так, раз-раз-раз, так, не видно вам, то все прекрасно. Немножко беспорядок на столе, я извиняюсь, друзья. Делаю сейчас все быстро-быстро, готовлю видео для вас. Сейчас буду готовить обед также, поэтому пока мои гуляют на прогулке, я вот снимаю видео. И поэтому все в ускоренном виде делаю. Так. И вот лейку налила, вода у меня фильтрованная, отстоянная, и я наливаю, полностью заливать луковицы не нужно, и всегда, вот видите, я сейчас пролью также мох, за счет этого влага будет идти им, и всегда смотрите, чтобы у вас вода была наполнена, да, потому что если не будет воды, понятное дело, вы засушите луковицы, и они у вас вообще могут не дать корни. Все, вот такую красоту с водой я буду оставлять теперь. Даже можно чуть-чуть меньше воды было налить, но я оставлю так. И буду ждать всходов. Буду ждать всходов. Сейчас я вам покажу. До этого я сажала свои тюльпаны. Что у нас нового? Вот. Они очень хорошо дали корни.
Вы можете видеть, какая корневая хорошая. И уже проклевываются. Вот здесь еще не видно вам. Сейчас я другую вазу возьму и покажу. Проклевываются луковицы. Также я накрываю вот так, чтобы немножко парниковый эффект у них был. И одну и вторую вазочку я так накрываю. Мне кажется, так всходы будут лучше. И вот смотрите, тоже идут луковицы такие же. Вот. И будем ждать теперь, когда они прорастут. Немножко я их глубоко заглубила. Видите, какое расстояние. Поэтому всходы будут немножко заставить нас ждать. Ну, ничего страшного. Позже взойдут, дольше будем любоваться. Вот такое видео у меня сегодня. Вот такая посадка у меня в мох и в керамзит моих тюльпанов. Буду вам показывать, что и как у нас будет происходить, как они себя будут чувствовать. Всем спасибо за просмотр. Даже немножко можно слить воду. Попробую сейчас. Все, вот так я слила. Видите, вот здесь вот на дне есть. Корни будут туда тянуться. Там керамзит. Потому что что-то боюсь, чтобы они не загнили сильно, да, луковицы сами. И все. И будем с вами ждать, когда они пойдут в рост, друзья. А пишите в комментарии, кто уже таким способом выращивал свои тюльпанчики. Или, может, какие-нибудь другие луковицы также. Я думаю, можно также выращивать и мускарисы. Насчет нарциссов не знаю. Хотя, может быть, также и можно. Вот так. А, гиацинты хорошо так делать. А, друзья, я также хочу вам показать, как я составила композицию. Я вам показывала вот это блюдо. И представляете, я неправильно приклеила зайца. А я зайца приклеила, и если блюдо перевернуть, он должен стоять на ногах у меня, да? Ну, это вот я так торопилась и что-то вот сглупила, короче. Ну, как говорится, что не делается, все делается к лучшему. А нужно было мне вот это главное блюдо приклеить ему на ноги. И он вот так лежит и держит его. Но если бы я так сделала, то он бы у меня был очень под ним, да, и не так видно было бы его. И я прям, знаете, думаю, хорошо, что я вот так сделала. И я приклеила к нему на ноги, на лапки вот такой горшочек беленький. И пока временно туда поместила вот такие суккуленты. Я думаю, сюда какое-нибудь другое растение потом я поставлю. Просто сейчас у меня нету маленького такого формата, да, растения. И также я сюда положила мох. А, и здесь имеется вот такая вот каемочка, что очень хорошо, она удерживает мне вот этот наполнитель. И я думаю, что смотрится это, в принципе, даже очень интересно. Ну, по крайней мере, вот такая подставочка, я думаю, будет только у меня. Если кто-нибудь сейчас не посмотрит это видео и не сделает себе похожее что-то, да? Вот. Мне кажется, так даже оригинальнее смотрится, потому что больше видно самого зайца и кашпо, и плюс растение. Но растение я потом поменяю, конечно, как я вам уже сказала. Сюда также можно что-нибудь еще дополнительно по кругу поставить при желании, но пока, мне кажется, и так хорошо смотрится. И сейчас я вам также покажу флорариум, который я сделала уже. Вот такой флорариум у меня получился. Здесь пока что у меня два растения. Это венерина мухоловка и сарацения. Вот так все это смотрится сверху. Вот так. Я не стала добавлять туда много различных декораций в виде камешков или еще что-то. Вот. По краю насыпала вот такие акриловые шарики. Я думаю, этого достаточно. Также у меня здесь мох. И вот земля. Немного земли. И вот так они будут расти. Буду смотреть, наблюдать. Надеюсь, им все понравится. И теперь нужно будет думать, куда мне все это поставить. Вот такое видео сегодня. А может быть, я к ним сюда что-нибудь еще и досажу,
какие-нибудь растения, ну, совсем мизерные, получается, сюда можно поместить одно или два, наверное, да? А может быть, вот оставлю так. Буду наблюдать, как они себя будут чувствовать сначала. Буду смотреть, как они будут расти и будут ли они вообще расти. И потом вот на этом основании уже делать какие-то выводы. Вот так, четкость получше сделаю. Думаю, им должно здесь быть хорошо. Спасибо всем за просмотр. Желаю всем всего хорошего. Всем удачи и пока!